Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Хорошего вам настроения желаю. Давайте поиграем. О, смотри, сам себя взорвал. Я даже молнию не использовал. На, держи. Все. Такой вот у нас прикольный танк. Тесла. Так, мы можем, как бы, нам легко их уничтожать молнией. Смотри, видишь, как мы их уничтожаем хорошо. Так, все, монетки берем. На, держи. Давайте сразу подлечимся. О, 100% подлечились. Ох, тут два целых, смотри, два танка стояло. Так, еще один. Держи молнией. Вот молния, прикольно. Она далеко стреляет, я могу, в принципе, отойти, куда-нибудь подальше отъехать. О! Есть. Так, что такое? На! Нет, все-таки лучше поближе подъезжать. Хотя, оно издалека нормально бьет. О! Видишь как? Поехали дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скоро-скоро будет босс. О, отлично. Босса также мы на расстоянии будем молнией гасить. На. Ух ты, прям меня, смотри, целится. Дуло такое опускает вниз. Так, следующий. А, легион у нас, смотри. Босс. Сейчас мы здесь его подождем. А, нет, надо как-нибудь сюда подъехать. Вот так. О, на, держи. Тихо. Смотри, какие танки. Какой-то танк большой, какой-то маленький. Так, вот все. Последний удар тебе. Держи. Все, уничтожили. А, босс поддержан, ребята. Так, посмотрели рекламку, и мы восстановились. И мы можем продолжить путь наш против танков. Так, вот это я не люблю. Мне лучше тарелочки, чтобы летали. Да ё-моё. Как-то они более слабее, что ли, тарелки. А наземные танки, они очень сильные. Когда у них толпа такая еще. Большая. Танков 10, наверное, мы уничтожили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот этот с пирожками своими. Ага, смотри, что творит, а. Свои пирожки бросает здесь. А, подождем тебя здесь. О, все, готов. Ух ты, босс. Офигеть, ребята, повелитель. Повелитель, это великий повелитель. Великий повелитель, давайте его стрелять. Может быть, уничтожим за раз. Есть. Мы уничтожили повелителя. Кстати, давно повелителей не было. Давненько, что-то обычные танки были. Босс, а тут повелитель. Ах, великий повелитель. Ну ладно. Так, кто там что летит? Повелители вот эти вот. Маленькие. Маленькие повелители. Я не удивлюсь, что какого-нибудь добавят танк типа НЛО. Дружеский танк. Ой-ой-ой-ой, ты что творишь, а? Ты мою защиту зачем стреляешь? Чувак. А, монетку пропустили, ну ладно, фиг с ней. Фиг с этой монеткой, мне нужно танки эти уничтожать. Ай, защиту пробили, да за что вообще вы мне защиту пробили? А, гады. Гады, вот эти вот тоже. Лазерные. Блин, убили все. Как жалко. Конец игры. Ну ладненько, ничего страшного, 679 монет зато заработали. Давайте 2 на 2. Я поеду на танк. На жнеце своем. Проверим. Еще силу жнеца. Эх, поехали, друг. Феникс. Давай ты едь вперед, я посмотрю, как ты будешь. Как ты будешь драться. Давай, я защиту сделаю. А, пробили так быстро защиту. На, не проедешь ты.
О, хорошо. Еще об одну звездочку, и мы откроем сундучок, посмотрим, что в сундучке лежит. Ух ты, старая добрая баллиста. Ё-моё. Давно я на баллисте не ездил. О! А тут слушает. А, баллиста и Катюша, да? Так, Катюша, все. Баллисточка еще едет. Все, и баллисту мы уничтожили. Плохо, что здесь только звездочки дают. Не дают, например, монетки. Открываем, смотрим. Так, жнеца увеличили. Да, чуть-чуть, 18 монеток. И атлас, ремонтный комплект улучшились. Давай, дальше продолжим. Угу. Все, отличненько, поехали. Поехали, дружище мой, друг. Сердечный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то меня переворачивает. На. Ах ты, это вражина стреляла? Ах ты, гад. Это стреляло вражеские танки, вот эти вот ракетки. Ну все, я очень злой. Я очень зол. Все, я пошел на наступление. Ух ты, а я не могу подъехать. Я не могу почему-то. О, все, он убил его за меня. А я не мог почему-то подняться. Ух ты, такой же, как и я, смотри, красненький. Ну ладно, проверим, кто здесь герой. Так, защита. Все, начинаем стрелять. Так, мою защиту пробили. Ах ты, Титанус уничтожил меня, да? Давайте, ребята, поиграем в классический атака Марса, и выберу я танк дядя Сэм. Да. Дядюшку Сэма возьмем. Так, и улучшим давайте Катюшу. Так, еще можно улучшить, пока денег нету. Ничего страшного, сейчас мы заработаем денежки. Вот, едем на такой вот Катюша. Дядя Сэм. Дядя Сэм, так дядя Сэм. 300 монет я заработаю сегодня. Или нет? Мне нужно улучшить дядюшку Сэма. О! Тихо, тихо, дружище. На, получи. Так, у меня еще есть такой урон. Типа, ну, он такой слабенький. Надо посмотреть, если есть ремкомплект, поменять на ремкомплект. О, пирожки. На. Все, готов. О, Катюша против Катюши. Эх, тачка, 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 танк ты мой, тачка. На. Все, зарабатываем на Катюше на улучшение. Катюше нужно улучшение, ребята. О, слышу. Нет, кто-то думал летит тут. А, нет, летит все-таки. Как-то они потом, что, потише летят или что, я не понял. О! Сейчас немножко... А, вот, летит. Летит, друг. Один только летел, правда. Он мне еще одного уничтожит, ребята, и будет босс. О, дружок. Все, отдыхай. Так, босс лазерная пасть у нас, да? Угу. Ну что ж, давай, иди сюда. Получишь сейчас ты от меня ракетки. Ну, где ты там? О, пошел, пошел. Отпобучивать у меня, получать. Ой, бедолашка, смотри, он встать не может. Ё-моё, стрелять начал уже. Ах ты так. Надо все-таки мне улучшать, ребятушки. А, Катюшу. Что-то у нее... Силушек мало. Ну, стоит 300 монет улучшения. Сейчас мы как раз 300 монет заработаем, надеюсь. И купим улучшение. О, этих двоих мы уничтожили. Ребятушек. Так, вот эта вонючка залетает. Есть. Готов.
Ну вот видишь, уже 200 монет. А ты говорил. Где 200 монет, там и 300. Ага, тут, смотри, возвращается, да, сюда. Ну. Вот еще много там-то. Так, а этому если... Ну, ладно, волну ему не буду делать, я вот так уничтожу. Волну побережем, не знаю, да? Куда-нибудь, если будет месиво какое-нибудь. О, есть, отдыхай, дружок. О, сколько танков, смотри. На тебе. Смотри. Ё-моё, что творится, алё. Так, все, есть 300 монет. Хотя бы мы уже прокачаем Катюшу. 340. Опа, 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 опа. Ох ты, ё-моё, взорвали меня. Надо рекламку посмотреть.